До початку нового навучального года областная Держаутоинспекция примерковала один день безопасности дорожного руху. Протягивается и республиканская акция «Увага, дети». На передодні 1 вересня инспекторы ДАИ не только нагадывают про безопасность на дороге, але и проверяют, как подрихтованная дорожная инфраструктура поблизу навучальных установ. До 1 вересня у Гомелі провели обновление дорожной разметки каля школы и детских садков. За выполнением работ сочили супрацовники межрайонного отдела организации дорожного руху Держаутоинспекции. У большинства выпадков балансотримальники сами ликвидуют иснующие недохопы и утримливают дорожное покрытие поблизу навучальных установ у парадку. Але часом все ж таки доводится выносить попереджені. По выниках обследования у гэтым летом были сделаны больше як 80 отповедных предписаний. Предписания давались в адрес баланса держателей по выявленным недостаткам. В основном данные недостатки касались наличия дефектов дорожного покрытия, то есть выбоины, также неудовлетворительное состояние дорожной разметки, а также об оборудовании искусственных неровностей вблизи дошкольных и школьных учреждений образования. Также проводили сотрудниками межрайонного отдела организации дорожного движения обследование уличной дорожной сети вблизи учреждений образования на территории Гомельской области. Были единичные случаи, которые в данный момент уже устранены. Гэтым летом по инициативе ДАИ у Гомелі додатково уладкавана 18 штучных неровностей. Обсталяваны востров безопасности, побудаваны и уведены в эксплуатацию 5 светлофоров. Организованы антипарковочные зоны у районе 5 установ адукации. Завтра навученцев у першиню примя новая 74-я средняя школа. У организации руху поблизу гэтай установы з'явіліся новоувядзенні. Особная зона высадки и посадки пассажиров. Так званый парковальный карман. Специальная площадка, куда родители подвозят своих детей, учащихся, чтобы это не было ни препятствий для дорожного движения, а также безопасно. Проверяется готовность школьных автобусов. В этом году новый транспорт отправится у 11 районов в области. Усяго у перевозки детей будет задействовано 240 автобусов. Усе яны прошли техничный огляд. Супрацовники ДАИ попереджают, будут ладиться обязательные передрейсовые техогляды и медицинские огляды водителей. 1 сентября сотрудники госавтоинспекции будут нести усиленно службу возле учреждения образования. Также, начиная с сентября по май месяц, сотрудники милиции, а также сотрудники госавтоинспекции будут ежедневно до начала учебных занятий, а также после их окончания нести службу вблизи учреждений образования. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».